спасению души, сохранив, примнув это наше сообщество в интернете, общину барнаульскую, потеряевскую, благослови всех братьев и сестер во Христе, всех стоящих здесь, и побуди на постоянную молитву, на благовестие и на проповедь Евангелия. Благослови, укрепи, сохрани отца нашего духовного наставника Игнатия от хитрых козней дьявола, от нечестивых людей, от разных нападков на него. Придай ему крепости духовной, физической, избавь всякой телесной немощи, отведи от него все невзгоды и скорби, чтобы дальше он мог нести Слово Божие, быть нам живым примером. А после служения горящей свечой, которая стоит не под сосудом, но на подсвечнике всех тех и светит всем в доме. Господи, умягчи злые сердца недругов, злодействующих, ненавидящих, буйствующих, и устрой по воле Твоей, как Тебе угодно. Господи, благослови всех путешествуй, сохрани их пути, от всякого зла злых дух возврати домой с миром. Благослови, Господи, в узах находящихся монах Сергия, Глеба, Всеволода, Вару, устрой по воле Твоей, как Тебе угодно. Господи, благослови болящих, немощь дай силы перенести, все страдания без ропота. Пошли исцеление батюшке Яким, Петру, Антонию, Арсению, Людмиле, Елене, Надежде, Елене, Евгении, Валентине, Елене, Наталье, Наталье, от раковицы Злате, Агне, младенцу Луки, Елизаветы и всех, кто просил молиться о них. Но на все святая воля Твоя, как Тебе угодно. Боже, милостью буди мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчисляюсь и грешу, Господи, прости меня грешную, помилуй. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дай мне. Дух же целомудрие, смиренно мудрое, терпение, любви, дару мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, дару мне видеть мое прегрешение и не осуждать брата моего, так как благословен Ты во веки веков. Аминь. Господи,